небольшое видео после купания. Наш сын находится в полотенчике. И хочу показать его цвет фактуры, его шкурки. Пока он еще спокоен, можно увидеть, что его кожа имеет коричневатый оттенок с такими вот пятнышками, напоминающие глаз. Собственно, цвет капских варанов навсегда. Они не меняют свой цвет. Меняется только цвет кожи в зависимости от того, как долго они не линяли. Старенькая кожа начинает дубеть и темнеть. А светлая кожа под ней, в принципе, достаточно, на пару тонов светлее. Но со временем также темнеет. Вот он у нас расслабленно лежит. Пока никаких действий не предпринимает. Но поскольку его уже раскрыли, над ним нет полотенца, он не чувствует себя в безопасности, запахи немного странные, география немного другая, поэтому он будет понемножку нервничать и попытается, скорее всего, убежать. Но пока он не убегает, мы можем заснять его личико. Вроде бы пока еще довольный. Развивается, смелеет со временем. Что добавляет ему шарма. Чуть позже измерю его размер. Я думаю, он уже превышает 50 сантиметров. В длину. Но на всякий случай узнаем чуть позже. Ну и он уже явно тяжелый. Я уже чувствую практически полкило живого веса. Правда, он стал настолько большим, что на нормальные весы уже не умещается. По крайней мере, без капризов. Наш расслабленный ящерик. И телефон никак не может сфокусироваться. Ну да ладно, думаю, этого хватит.